Хаджибейская дамба – участок в районе села Усатово. 900-метровый отрезок закончили ремонтировать буквально полгода назад. Строители уложили волноотбойные блоки и укрепили берег. Теперь готовятся начать противоаварийные работы на этом участке дамбы. На очереди 180 метров насыпи. На время ремонта движение транспорта здесь делают реверсивным. Порядок работ такой же, как и в прошлом году. Снять старые плиты, укрепить берег и поставить волноотбойники. Очистка тех грунтов, которые подмочены, это засыпка сначала твердыми породами камня, там бутом, потом отсевами. Ну, там технология, там целое все то же, что и там делалось. И потом укладка матов, и потом отбойный бортик, который вдоль дороги идет, и пригруз в воде. Финансирование по ремонтным работам выполняется за счет субвенции областного бюджета. И сегодня областной бюджет выделил 10 миллионов. В управлении капитального строительства говорят, отремонтировать планируют почти всю дамбу. Это 1,5 километра. Городские чиновники даже провели тендер на 85 миллионов. А необходимую сумму рассчитывают получить из областного бюджета. Правда, в облсовете о таких планах ничего не знают. В прошлом году областной совет выделил 40 миллионов гривен на 40 миллионов гривен на ремонт первого этапа. В этом году, в этом бюджете этого года, конкретно на данный объект деньги не предусмотрены, потому что большую часть финансирования в этом году взяла на себя уже город. Тем временем эксперты говорят, ремонт – временная мера. Необходимо либо полностью реконструировать дамбу, либо понизить уровень воды в лимане. Только так можно полностью исключить угрозу подтопления близлежащих домов и предприятий. Дамба рассчитана на нормальную эксплуатацию плюс прием паводка. 1,7 метра слой паводка, да, может быть расчетный. Вот. При этом, чтобы это безопасно эксплуатировать при таком слое паводка, необходимо, чтобы отметка воды в Хаджибеевском лимане была на уровне -0,5, то есть на 2 метра ниже. Необходимо не только сделать ремонт верхового откоса, для этого, в принципе, надо дамбу поднять. Приступить к ремонту Хаджибейской дамбы планируют в конце августа, а закончить первый участок обещают до Нового года. Ольга Дунская, Яна Туренко, Ксения Сетинская, Алексей Барановский и Алексей Пережилин. Первый городской.